тут главный? С уверенностью 80% заявляю, что выражение «быть за главного» — это чисто русское предложение, и при прямом переводе его на любой язык, кроме славянских, скорее всего, приведет к катастрофе. Я провел у меня опрос в ВК, и вот что нам предложили. Здесь один правильный вариант. Сможете найти какой? But exactly what we're dealing with. You're not suggesting who I think you're suggesting. We have no choice. What the? Are you in charge here? Yes, I am. No! My wrong! I'm in charge! А вот и наше выражение. Оказия заключается в том, что выражение to be in charge of тоже плохо переводится на русский язык. Потому что оно значит управлять. И для того, чтобы указать, чем именно мы управляем, мы используем предлог of. Например. Detective Marsh, I'm in charge of this investigation. Я управляю этим расследованием. Или I am in charge of this project. Я управляю этим проектом. В общем, выражение to be in charge of можно переводить следующим образом. Отвечать за. Управлять. Заведовать. Быть ответственным за. Или, естественно, быть главным или за главного. Сегодня все. Детерминизм.